Всем привет! Сегодня 1 августа, последний месяц лета. В общем, у меня выходной. Я увидел, что в Брэд Питт, который рядом с почтой, в общем, там сегодня до 6 часов халявный кофе. На улице 25, я иду пить халявный кофе, потому что халявный кофе. Я там никогда не был. И халявный кофе, и вкусный кофе, и домашний. Ой, сейчас будем пробовать. Иду во вторую точку Брэда Питта. Я там никогда не был. Не знаю, что там, да как. На первой точке бутерброды очень вкусные. Прям очень вкусный бутерброд. Сам бы такой хотел сделать. Я не знаю, сейчас буду просто кофе пить или бутерброд куплю. Не знаю. Вот я уже увижу обувь. Вот там, где обувь, есть кофе. Кофе близко. Привет. Здорово. А я кофе бесплатный. Аккуратно у нас здесь, да, все еще. Да, ладно, норм. Капучино. Спасибо. Там коза даже. А точки на базаре уже нету, да? Да, на рынке закрыл. Здесь у нас тоже все в процессе. Стартап. Капучино. Капучино. Приготовлено с любовью. С любовью? Да, 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 и с душой. Попробую. Сахарка. Хочешь вот, да, сахар, трубочки. Оказывается, можно было айс какой-то взять, кофе. А я взял капучино. Можно и латте. Я, кстати, латте больше люблю. Блин. Распаниковался, когда брал. В общем, вкусный кофе. Жару 25. Да. Кофе я выпил. Пошли пить кофе. Кофе, халявный кофе, пошли халявный кофе, халявный кофе. Пошли. Вот там. Ну, что, да. Серьезно, пошли? Да, пошли. Пошли. Туда, к почте. Все, иди, иди, бери кофе. Бери, бери. Иди, иди, иди. Да, да, жена, друг. Иди, кофе, кофе, кофе. Я что-то там про айс слышал. Я поздно это услышал. Что бери что-то с айс, я попробую. Не, есть айс латте, есть айс американо со льдом. Бери айс латте, бери айс. Айс латте. Может быть, два тогда сделать? Или вы хотите, как обычно? Давайте айс латте, да, два. Да, что-то новенькое сейчас попробую. Прикольно, я вам завидую. Мне людям нравится, это классно. Я тоже хочу, я у тебя половину выпью. Половину выпью. Цены в обычные дни, да? Хорошо, что сегодня все бесплатно. А извини, меня спрашивают, почему сегодня бесплатно? Открытие. Открытие? Так открыто уже было. Закрывалось? Ну, открывалось, закрывалось. А, открытие, ну, круто. Ну, ты хотел? Нет, сиропом вообще бомба. Меняет, да, сразу? Да, он и так вкусный был. И... А можно туда еще сироп тоже добавить? Давай, давай. А дайте мне тоже попить, я тоже хочу. Мне тоже. Но я не айс выпил. Мама не разрешает. Блин, знал бы я, что айс. Короче, надо такой же дома сделать. Он сиропом только так сказать вкуснее. Короче, я сейчас сначала выпил кофе, ужарел прям вообще, прям ужарел. А потом выпил айс немножечко и прям... Как бы погоду айс кофе, мне кажется, самое то. Да. Айс кофе в жару. Эх, какой был вкусный кофе. Я так рад. Ладно, все, супер быстрый блок по кофе.